Ну, всем здрасте. Как я говорил ранее, я купил комп, обновил Sony Vegas и могу начать снимать свои видеоуроки. Сразу извиняюсь за звук, скоро все исправлю. И начнем. Итак, сегодняшний эффект – это зеркало. Я отснял маленькое видео. Сразу удаляем аудиодорожку. Здесь, в общем-то, не важно, как мы отделим видео. Главное, чтобы было видно, что наше отражение показывает совершенно другое. Поэтому отделяем видео пополам и ставим вот таким образом. В первом видеоролике заходим в панораму обрезка фрагмента. Нажимаем на маску. И так как у меня тут тройное зеркало, отделяем видео вот таким образом. На всякий пожарный ставим тип размытия Both. И, в общем-то, все, мы и так делаем разные вещи, поэтому подойдет. Если мы не хотим отражаться в зеркале, как вы видите, это тоже подходит. На этом, в общем-то, все. Просмотрим, что получилось. Это самый простой способ. Можно, конечно, вырезать свое отражение и так далее, но оно вам надо, поэтому и этого хватит. Главное, не заходите за полосу вашего отделения, так как будет плохо. Сразу хочу объяснить, как нормально сохранить видео в Vegas 11. Отделяем наше видео, нажимаем на него правой кнопкой мыши, выбираем предпоследнюю фразу. И здесь, в общем-то, выбираем, куда оно пойдет, название, и главное, здесь... Сначала вам будет писаться то ли это, не знаю. Выбирайте всегда Windows Media Video, VMV, и то, что вам надо. 720, 30p, 1080 и так далее. Я выберу вот это. И нажимаете рендер. Все. На этом, в общем-то, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!